В этом году с приходом весны дороги в республиканской столице, как после войны, ямы на каждом шагу. Асфальт разрушил снег. Его в этом году выпало в два раза больше нормы. Свою роль сыграли постоянные скачки температуры. Такое ощущение, что произошла бомбежка. Ямы, яма на яме. Ну, для центра города я уже не говорю про окраины. Это дороги очень грязные, разбитые. Виноваты прежде всего дорожные службы. Всю зиму они сгребали снег, сбрасывали на обочины. Сейчас они имеют то, что имеют, потому что снег не вывозился. Ездит вообще невыносимо. Не делается ничего. Ну, видать, еще где-то не время. Яма прячется под водой. Об их наличии автомобилисты узнают, только влетев колесом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на территории города Абакана на 60% увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной которых стало состояние дорожного покрытия. Плюс к этому происходят дорожно-транспортные происшествия, участники которых оформляют их европротоколом без обращения в ГИБДД города Абакана. Обычная подсыпка не помогает, ее тут же смывает водой. Этой весной коммунальщики впервые в истории города начали засыпать ямы крупным щебнем. За день уходит с десяток тонн, но его машина растаскивает буквально в считанные дни. Для нас настоящее время, вот в этот период, не существует ни суббот, ни воскресений, ни дней, ни ночей. Мы работаем постоянно, когда необходимо. Приступить к ямочному ремонту погода пока не позволяет, да и асфальтовые заводы еще не заработали. Латать дыры дорожники планируют начать в середине апреля. Причем этой весной потратят в два раза больше денег, чем обычно – около 13 миллионов рублей. Ямочный ремонт проведут по всему городу. В центре столицы свеженький асфальт уложат уже к майским праздникам. Ну и с окраинами тоже обещают не затягивать. Планируем 4-5 подрядчиков весну. Такого никогда не было. Обычно мы торговали два аукциона. Один подрядчик у нас брал южную часть города, второй – северную. Ну, в этом году, видите, ситуация неординарная. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.